Салат с блинами и копченой колбасой очень необычный. Пикантности и без того оригинальному вкусу придает чеснок. С его помощью салат становится непревзойденно вкусным. Чтобы разнообразить вкус салата, можно добавить нарезанные вареные яйца, вареный картофель и другие продукты. Блины готовые 3 штуки. Колбаса копченая 200 грамм. Огурец соленый 1-2 штуки. Чеснок 2 зубчика. Майонез 2-3 столовые ложек. Зелень по вкусу. Количество порций 3-4. Подготовьте необходимые ингредиенты. Блины можно приготовить специально для этого салата, а можно использовать оставшиеся пару блинчиков с вчерашнего ужина. Колбасу выбирайте любую, но лучше, конечно, использовать копченую, тогда вкус салата будет по-настоящему насыщенным. Тонкой соломкой нарежьте колбасу. Блины нарежьте полосками, как колбасу. Такой же соломкой нарежьте маринованные огурцы. Чеснок пропустите через пресс. Заправьте салат майонезом. Перемешайте салат и оставьте на 30 минут, чтобы он пропитался. Приятного аппетита!